У пятницу 23 снежня на канале «Беларусь-4 Могилёў» пройдзе добрачынный телемарафон «Сагрэем дзіцячае сэрцы». Грошы будуць пералічаны на закупку абсталявання ва установы, дзе дапамагаюць дзецям-інвалідам. А таксама як адрасная дапамога людзям, якія маюць у гэтым асаблівую патрэбу. Наша здымачная група напярэдадні наведала адзіны ў Беларусі спецшколы-інтэрнат для дзяцей з парушэннямі функцыі апорна-рухальнага апарата. Знаходзіцца яна ў Асіповічах. Вот эти вот передние колесики, они меньше, вот, а вот эти, они большие. Вот. И она так легче, и сзади там колесики. Гэтая коляска не подыходзіць для вуліцы, яна менавіта для танцу. Падрыхтаваць нумар да навагодняга свята, а яшчэ да міжнародных і рэспубліканскіх спаборніцтваў, выхаванкам гэтай установы дапамагаюць старшакласніцы-валанцёры з суседніх школ Асіповіч. Я могу пасмотрець мир с помощью этих танцев. Мы ездзім на разные конкурсы. Я занимаюсь танцами с 5 класса, как бы оно мне помогает развивать мой талант. Аб'яднаць адначасова і спорт, і мастацтва здолелі тры дзяўчынкі з 13 колясочников. Усяго ж у Асіповіцкай школе-интернате для детей с порушением функции опорно-рухального аппарата больше за 60 детей от 3 до 18 годов. Установа, створенная по устагодзе тому, имела союзное значение. Расслабился полностью, да? Расслабился. Кожное практикование дается с тяжкостью, помогают детям и медики, и педагоги. На уроках колясочники периодично стоят за специальными партами для умацавания мышц ног. На спецдорожце, формируя равновагу и докладность руху, герой школы, 6-годовый Глеб. Хлопчик недавно упершиню стал на ноги самостойно. У нас есть лечебная физкультура, у нас есть массаж, гидромассаж, теплолечение, водолечение, физиопроцедуры. Если вовремя провести оперативное лечение и поддержка наших специалистов, то это дает свои плоды. Ребенок, который к нам приходит на инвалидной коляске, через 3 года он может встать на ноги. База у спецшколе-интернате моцная. Теперь задача удосконалить яе. Набыть сучасное обсталяванне допомагаюць и предприемствы-шефы, и доброчинные акции. До уделу у одной из таких и запрашает телерадиокомпания «Могилёў». 23 снежня на канале «Беларусь-4» пройдет доброчинный телемарафон «Сагрэем дзіцячае сэрцы». Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов, «Новин регион».